5 ноября 2023 года, афоризм дня у нас сегодня будет такой. В патовой ситуации ход конем, идти свиньей. Написал я этот афоризм не после интервью заложенного главнокомандующего вооруженных сил Украины в газете «The Economist», как ни странно, а 31 мая 2011 года. Ну, от этого афоризм не потерял свою актуальность. А в связи с интервью только приобрел ее, обрел вновь, скажем так. И, наверное, добавлю сюда еще один афоризм свой, уже традиционно, который добавляю. Россия будет первой страной мира, которую съела моль. Кто-то называет его окурком, но все-таки моль, по-моему, более верное определение.